Слушай, Рик, вот понимаешь, что-то сегодня жизнь стала какая-то обыкновенная. Ничего не происходит. Да, действительно. Не помешало бы чем-нибудь заняться. Слушай, надо бы где-нибудь лекарство от скуки поискать. Это да. Так где мы его поискать-то? А ты что думаешь? Я знаю, где его искать. А у нас и подвалы, и чердаки пустые. А ты сказал, что у тебя это, шкаф с видеокассетами где-то завалялся там в углу. Да у меня этих видеокассет уже 100 лет не было. Как не было? Тебя же не где-то мыли, ты что забыл? Может, это амнезия? Просто мной овладели вот такие вот линии. А что за линии такие? Это линии судьбы. Ну, это такие линии, они предсказывают наше будущее. Ну, например, что произойдет через 5 миллионов лет с нашей планетой. Или как сложится наша судьба в будущем. Ну, все такое. Они могут предсказать судьбу любого человека. Нужно только уметь найти эти линии где-нибудь в голове. Или где-нибудь...